Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на аккумуляторную болгарку Mei Guillotine 12 вольт, диск 100 мм из магазина AliExpress. Заходим на сайт «Поиск ручных электроинструментов» по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 24 февраля 2019 года. Так. Отправка, к сожалению, этот товар теперь недоступен. Ох, как все это расходится быстро. От 20 долларов до 70 долларов 66 центов из Китая. Оно просто, какая комплектация была. Одна болгарка просто и плюс аккумулятор. А, ну значит, аккумулятор 20 долларов стоит, а болгарка 77,66. Ну, смысла здесь нету, раз ее нету, просто может быть закончился товар или же что-то случилось с магазином. О, 150 заказов было, то есть это был серьезный продавец, я так думаю. Так что вот и рейтинг отличный. Вот, я думаю, закончился инструмент. Но не расстраиваемся, сейчас мы будем здесь еще обозревать много инструментов и... Выбор есть, просто нужно найти то, что вам подходит. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструмента. А удобный тем, что я открываю и вижу все цены. И есть товар в наличии, нету товара в наличии. Какой рейтинг продавца, сколько продали товара. И вот... Осмыслив все это, сделав анализ правильный, выбираешь то, что вам нужно. Но все-таки нужно заказывать и пробивать. Найдете продавца, который вам будет отличный для вас. Все, у вас будет все нормально.